Сильные дожди продолжают причинять беды ряду регионов Боливии и Перу. В Боливии ситуация особенно тяжелая. Местные СМИ сообщают о 21 погибшем. 11 человек числятся пропавшими без вести. Ливни нанесли ущерб 80% дорог страны. Закрыты школы. На подъезде к Ла-Пасу тяжелая техника убирает валуны, которые завалили дорогу. Во время этого оползня пострадал один автомобиль. В соседней Перу жертвами наводнений и оползней стали 10 человек. Сотни остались без крова. Такие данные приводят власти. В северной части региона Альтиплана за последнее время выпало много осадков. Стоит также отметить, что по сравнению с 2012, 2014 и 2016 годами осадков больше. Причем сейчас дожди больше затронули северный регион Альтиплана вместе с севером Чили. В центральном регионе Анкаш реки вышли из берегов и повредили дороги. Река Уальяга также затопила дома, больницы и улицы. Мы просим министра здравоохранения отозваться на наш призыв. Нам очень нужна помощь. Люди очень в ней нуждаются, потому что здоровье – это главное. Как сообщают местные СМИ, военные начали подвозить в пострадавшие регионы гуманитарную помощь. 500 тонн товаров первой необходимости раздадут жителям провинций Арекипа, Такна и Макегуа.